Лолу сама целую. О, Боже, да почему ты думаешь? Блин, Лола, Не, нормально поцелуй. что, засос не Не, ну целоваться, просто искренне. блин. О. Лолочка. Ну все, целуй, другу Ребят, тоже. всем доброе утро. Мы с Украины. В общем, сейчас только проснулись. Не знаю, сейчас часов 9, да? Да. 9 часов утра, Ника вся на кипише, и она проснулась из-за того, что она говорит, я боюсь рожать, и я об этом не думаю. А потом мне тычет свою лову. Это ее... Это наша традиция. Ты по утрам должен целовать Лолу и казать ей доброе утро, Лола. Это мягкая игрушка ее, с которой она спит, вообще она не может без этой игрушки, вообще не может. То есть... Она среди ночи просыпается, я смотрю, у меня что-то валяется на плече. Я ее так взял за шкирку, эту Лолу, и вот тут возле себя положил. Просыпается ночью. Старшая Лола и начинает в кипише искать свою игрушку. И она не уснет, пока ее не найдет. Да смешно Не, вообще. ну если честно, для меня это было смешно. Ничего Я страшного. проснулась вот так. Все, сразу ищет, посидит туда, одеяло, все переворачивает, короче. Я говорю, там на ее, забери свою эту шкурку. И она, короче. Сам ты шкурка. Ну, Что покажи. значит шкурка? Ну, типа. Не надо мне никаких типа ассоциаций с тобой тут. Ой, блин, не надо. Это white claw. Я ее выкинул вообще, чтобы это не было. Это Знаешь. дуже жестоко. Да ладно, я шучу, я шутку говорю. В общем, ребят, А вот. Лола все воспринимала як шутку. Вона все чує і бачить. Ми вчора вместе з Лолою вообще Мне подивились с твоей Йоду. Лолой, блин, Йоду. А, кстати, мы сейчас смотрим Мандалорца. Иди, она хочет И включать. Нике очень сильно понравился этот, Я ну... теперь тоже хочу футболку с Йодой. Теперь она хочет, ну, я ей говорил, ты влюбишься в этого маленького малыша Йоду. Те, кто смотрели Мандалорца, вы нас уже понимаете, о чем я. Блин, я еще не могу проснуться, просто не Тепер могу. нам надо парні футболки з Йоди нові. Угу. Я тепер теж хочу. Випуск. Маленький крысеныш. Я тоже хочу ту игрушку. О, боже мой, ребят. Давай купим на Так пару спрошу. одну. Давай, купи мне. У меня бабок вообще нету. Купи. Ну, давай. Купишь? Не, честно. Да. Класс. Це Лола. Ну да, такая она. Це Лола, це зачка Лола. На тебя, кстати, похоже чем-то. Розовенька. Я не знала Йоду. Ты говорила. Я говорила, що я хочу чай. Я тоже хочу чай. Я хочу Йоду. Включай. Ты говорила, хочешь... Ой, не думаешь о двух вещах. Скажи, каких вещах ты боишься? Я боюсь рожать, я боюсь, что тебе повестку принесуть. Повестку в любом случае принесут. Так что, ребята, скоро я уйду на войну. Ё-моё, все. Будь здорова, Ника. Значит, сто пудов я уйду на войну. Недаром. Нет, это ничего не значит. Да, у нас уже, ребят, четвертая волна. В общем, сейчас забирают всех подряд. Так что ждем. В любой момент могут принести повестку и А що ми отправиться потім будемо робити? Це я буду вдова, а мій Да не рібиночок гони, что це? ты сдавай? Я, может быть, я останусь живой. А мій рібиночок ким буде, виходить, сиротою? Да ну не гони, зачем ты такое говоришь? Я Ну не... потому Да не, що, блин, я не собираюсь, блин, ти умирать. сам все Я думаю, что знаєш, чим воно все мы закінчується. орков победим, бля. Нафиг оно? Не гони, не собираюсь я умирать. Ну хотя да, с другой стороны, все может быть. Ніколи, ти коли відправляєш чоловіка в такі міста, ну, звісно, мене папа каже, не можна казати прощай, знаєш, ну, все одно це такі міста, що можеш більше не зустрітися в натурі вже. Ну, Чи ти його вообще, да. відправляєш, я не знаю, і отак уже прощаєшся з ним, як будто навсегда, знаєш, тому що ти розумієш, куди ти його відправляєш. Это страшно. Ой, я не хочу про це думати, мене це розстроює з самого утра, це про це настроєння. На самом деле у нас, ребята, мы недаром об этом говорим, потому что
Сейчас у нас уже последняя волна призыва и берут уже, ну, всех мужчин практически забирают. То есть С где, улицы. да, с улицы прям забирают. И я был свидетелем этого всего вчера. Это дело времени на самом-то деле, там в любой момент. Сейчас выйдешь, мусор Выйдешь, выбрасывай. да, Хоп, и все. мусор или в магазин сходил себе, или там все, тебе просто вручили, сразу надо идти в военкомат. Потому что у нас военное положение, чтобы вы понимали, насколько все, ну, вот так вот. А сейчас Женя Пита шурбы. И что же пойдет Женя робить? Делать чай. По традиции всегда делала то, что слева. Слышишь? Дальше слева. Отца тебе и все. Отца, ну отца и все. Да я шучу, это шуточка. Отца вот так у нас и происходит все время. Плює на мене. Каже, не буду тебе цілувати, отвали. Ладно, я включаю тогда этого йодика. Включай. Да? А так я хотела, чтобы ты чай взял. Да е. А не Это помнишь, включим на какое? йодик. По какому мы смотрели? По Мегого. Мандалорец. Оце. На какой серии? На шостій. Пятую мы Ну досмотрели. так додивилась, да, так шоста серія тепер. Скільки їх тут взагалі? А, так вот, еще можно. Так інтересно подивитися, скільки їх. 8, по-моему. По-моему, 8 серий, блин. Блин, это реклама. Ребята, это лохотрон, не ведитесь на вот эти Та рекламы. всі реклами Да и лохотронні, вообще, я думаю. поняла, я смотрел, короче, тему. Сейчас самое модное, я смотрю в Ютубе, везде, это культ этих всяких Казино. гадалок. Не, гадалок, гадалки эти, экстрасенсы предсказывают, когда заканчивается война. Короче, такой бредняк, не слушайте никогда этого. Не Люди веришь в гадалок? не, люди зарабатывают на это. О. Да. Предыдущий сериал. Классный сериал. Ника хочет себе маленького, блина. Этого, блина. Мандалорца. Ну, этого маленького Йодика. Йода. Классный сериал вообще, пипец. Мы вчера 5 серий просмотрели, до ночи смотрели, до 12 часов ночи. Эй, не Так делай. ну ночью чай Ну делать. ты же всегда делаешь, Ника. Ну и что же я всегда Пипец, ну в делаю? общем тяжело. Ладно, я пойду сделаю. Ну чай тяжело, но мне просто хочется со мной, чтобы мне делать чай. Это плохо. Так ну я и так всегда его делаю. Я и так всегда все делаю. Ну чем мне нельзя беременней положить и попить чай? Нельзя, я не имею Ладно, права сейчас на пойду це. сделаю. Я ж не попросила тебе, іди приготовь званий ужин. Та я ще просто проснуться не можу, надо Просто зуби. чай. Ладно, не надо, я сама. Пошли зуби чистить тогда, ладно. Погнали. Идем. Ти що сплю? Давай, я Вже паузу ставлю. можеш і не йти. В принципі, я сама вже зроблю чай. Я думал, зубы надо чистить Тебе сначала. просто так випрошувати думати. Та ладно. Та вже і сама. Ребята, смотрите, какая штука есть. Я сегодня пошел и сделал зеркало. Чтобы вы понимали, это старое зеркало. Мы вчера убирали, это старое зеркало нашли. Я не знаю, Нашла. нашла, да. Это где-то от бабушки, по-моему, осталось от шкафа где-то. Короче, не знаю, каким путем Никодей его нашла. В общем, я пошел к стекольщикам. Они взяли, я выбрал рамку, которую хочу, каким цветом. Они взяли эту рамку, сделали, пробили здесь дырки. В общем, сейчас буду его цеплять в ванну. Сейчас надо это все снять. Не держи за рамку. А чтобы не разбилось? Вот пасть рамка. Потом говорят, 7 лет неудач будет, да, когда разбиваешь стекло? О, Господи, хоть бы не разбить. И вот здесь вот оно будет висеть. Мы уже примеряли. Сейчас, в общем, За саму рамку держи. посмотрим. За саму рамку. Бо може тріснути рамка, якщо ти за саму О, рамку. Боже мой. За дзеркало.
В общем, как-то вот оно вот так вот будет, ребят. Не знаю, если вам видно. В общем, как-то вот так вот будет. Сейчас постараюсь. Это, блин, переживает. Сознание потеряешь? В общем, сейчас буду я что-то тут крутить, вертеть. Ну, так уже лучше. Смотрите, у меня выпирает прям. А так это... Вообще-то в таких топиках спортзал ходят. Да? Не, я просто думал, что это... Ну, я понял, да, это топик. Живот. Так боком, да, боком видно вообще пипец. Да? Угу. Ага, он еще 3 месяца будет расти. Боже мой, да, большой. Вода. Какой большой живот. Дикая земля. О, класс, яички. Наконец-то. Ника утром приготовит. Ну, что значит наконец-то? А вчера я не готова. А готовишь ты всегда. А что ты говоришь наконец-то? Да я ж прикол говорю. А потом ты же думаешь, что такого, что я тут встала, разберу, да? Да, блин, я ж типа в прикол говорю, а ты прям ведешься. На. Ух. А компот никто не пьет, блин. Я тоже пью. Я пью компот. Я пью, отвечаю. Я пью компот, серьезно говорю. Коронка твоя. Холодная стоит. Никто ее не пьет. Хочется? Ну так. Ну мне так, мне просто, если ты открыл бутылочку, я выпила на бутылочку, чтобы не все. Ну так, так можешь. Она просто сильно. Могу открыть, можешь выпить. Вот с утра квакни чуть-чуть, и все. Наквакайся, короче. И зима, лето, два валета. А сегодня перед тем, как рожать, так сделать. И совесть сдеваешься? Знаешь, как мне надо поплыть? Ты а что тут эта база стоит? Начинается наша песня хороша. Начинай сначала. Ника. Я понимаю. Ну так подожди, ты понимаешь. Видите, ребята, какое у нас зеркало. Как у нас уже висит зеркало. Класс. Все чисто, Ника все вымыла. Не, видите, как у нас тут ванна? Она полностью все вымывает. Такие вот какие-то воды здесь стоят. Не знаю, вот там вот у нее. В общем... Да, я показал. В общем, вот так вот у Ники здесь. Видите, как чисто. Розовая у нее зубная щетка. Смотри. А что это такое? Нашло меня. Смотри еще, как я подписываю. Рэпер-видеоблогер. Я думаю, это Евгений Павличенко, рэпер-видеоблогер. Так и что это значит? Я просто не понимаю. Ты что, не знаешь об этом? Акинатор. Понял? Нет. В Акинаторе. Вы выбираешь, короче, этот... Ну, постоянно да, нет, да, нет, короче. И меня видишь, Акинатор видит, как так это... Что, да, нет, как Евгений Павличенко, рэпер-видеоблогер. Ну, ты можешь попробовать в Акинаторе. Давай. Лерка, как видеоблогерша, высвечивает. Сейчас мы... Так нам надо регистрироваться, или что-то надо делать? Скачается, я тебе покажу. Не, мне просто почему я рэпер и видеоблогер. Ну, видеоблогер, да. Твоей информации, почему я рэпер, я понять не могу, блин. Рэпер. Со страниц, может, там в контакте. Интересно. Мне кто-то прислал сообщение. Козел. Купил я ей одежду, чтобы она свои сиськи туда-сюда не открывала. Ла. Да. Потому что дети тут смотрят. Дурак. Конченый. Бросил свою жену, вот так. Ребенка, привез эту проститутку какую-то непонятную. Снимаешь блоги, пусть хоть лицо покажет, а не сиськи вот так. Ты прикинь, как она нас ненавидит. Кошмар. Боже мой, хейтер. Ужасно, ужасно, как вы себя ведете. Непонятно, чем вы там занимаетесь, но неприлично вот в таком виде сниматься. Что ли... Порнографию вы снимаете или что? Вы что? Понимаете, что вас смотрят дети? Вы понимаете, что вас смотрят? Она мне это пишет. Кошмар. И скринила. Да, скринила. Ты посмотри. Посмотри, что делает. Боже мой, блин. Она только твои груди. Она, наверное, у нее нет груди, поняла? Это ж не лень.
И это да, это не лень. И видишь, боится, короче, под нулевым аккаунтом создает. Ну ты прикинь. Ну я же в халате. Ну что я Угу. сделаю, Но если все там равно, буду? да, видишь, скринят. Боже мой. Вот Я мразь. охренею, открыл, блин. Вы мразь? Здравствуйте, да. Мразь, здравствуйте, Это рука Евгений. была? Нет, я не знаю, когда она мне прислала. Нет, ну что я сделала? Я в халате была. Ну я ж не можу халат прям по шею натянуть. Ну если я, блин, на шайбе его. О, зеркало, не обращай внимания. Я уже не обращала. Если на все обращать внимание, можно сойти с ума. Я впервые узнал, что меня смотрят дети. Прикинь. Впервые в жизни. Раньше да, но сейчас уже давным-давно дети не смотрят. Сейчас наоборот. Дети, не смотрите, пожалуйста, нас. Потому что у нас во Потом влогах, нам будут писать вот такие тети из да, вас. через халат видно сиси, и потом нам пишут тети и угрожают нам. Так что, дети, не смотрите наши влоги. Как, блин, я ее задел. Потому что она у тебя в халате Если увидела сиси там например, просвет. Не, ну потому скрин. что он в нее народе, ты же видишь, как она на еле говорит. То есть видно, что она ну, или мусульманка, и, ну такая, знаешь, коренная, которая там где-то живет в аулах, которая ну традиционно верит, поняла? У них же традиция там закрывать тело, не дай бог. И ты Я представляешь? сомневаюсь, что она прям такая. И ты представляешь? Я думаю, да, она просто ну, глубоко верующая какая-то. Глубоко верующая не матеряться так, как Но они. глубоко верующая, скорее всего, бы, наверное, и телевизор бы не смотрела. Они так не общаются. Не, ну ты слышишь, она ты какой, какой хороший, какой плавный, ну такая вот. Ты какой вообще негодяй просто. Порнографию снимаешь. Кошмар. Не, ну тут ничего удивительного нету, это точка зрения, видишь, но то, что она оскорбляет, конечно, да. Ну. Не, ну я могу одеваться прям закутываться в этой Да футболке. нет, ты шо? Нет, да ну пусть, ну. Но ей просто, возможно, у человека может грудей нету, Ну знаешь, и потому она что видит, она завидует, она видит, блин, у тебя там сидит, хотя где, там же вообще ничего не видно. я одеваюсь так, чтобы неудобно было, понимаешь? То есть я не на улице там Ну ты будешь. прикинь, когда у женщины тоже, ну, отсутствует грудь, и она видит, что у тебя там что-то просвещается. И для нее это бесит, короче, до такой степени, как это так? Ну есть же такие женщины, вот есть, вот у меня нет, а у нее есть. Есть такие сучки, знаешь, ну попадаются в жизни. Это очень редко, так же самое там губы, допустим. Вот у нее есть, а у меня нет. Вот как мне писали у Лерки, я тебя ненавижу, ты сволочь. Кстати, может это она и писала. Она могла писать, потому что ну мотив похожий, типа ты сволочь, я тебя ненавижу. Ты даришь своему ребенку дорогие подарки. Типа, прикинь. И И что? за то, ну просто то, что я дарю дорогие подарки. Ты сволочь, ты тварь, там меня там меня там реально оскорбляют за то, что я ребенку дарю подарки, типа. Но есть люди завистливые, поняла? Из-за этого, короче, вот такая. Есть, это очень маленький процент вот таких вот, ну, жаб. Но есть. А чего маленький? Есть, есть. Есть. Не, ну не все же люди такие вот Не открыто все. заявляют, что там увидели через халат, там, я не знаю. Так что и не поленилась. Да, это ладно, чтобы, да, раздетая грудь была, да, сиськи было. Ну я ж в халате была, Да, я ж не ну могла не, прикинь, чтобы вообще постелиться. ничего не было, ну ты голая, да, тут предъявы, ну, 100%, и YouTube бы не пропустил бы сам. Там же нельзя такое. А вот видите, нашлась одна такая, Не поленилась, пошла. нехорошая, да, мразь, такой, это вообще ты, блин, плохой, Не ты, что можешь ты, ее одеть. дебиль, да, не можешь ее одеть, одеть ее. Ну, это видно, такая язва, мама, не горюй. В жизни все бывает. Прикинь, она сейчас смотрит и слушает это все. Конечно, ты прикинь по святой виски Да, ты конкретно. представь, что она сейчас. Она, наверное, там, наверное, колдует уже на меня. У нее пена со рта бежит. И не только со рта. Она, наверное, уже мокрая во всех местах. И блин, прикинь, она шипит на меня, знаешь? Потому что ничего не может сделать, шипит. Не шипи. Все нормально. Все. Тише. Успокойся. Нельзя людей обзывать. Вообще, никак. Завидовать нельзя. Ты слышишь? Слышишь меня или не слышишь? Ой, напрашивается совершенно утреннее сообщение. Совершенно утреннее. Ух ты! Помидорчик. Здесь в силу. Ну что, включаем? Кстати, на таком хлебушку очень вкусно. Да, мне тоже нравится.